Всем привет, компания OEM ZAP. Вот, ребят, смотрите, мальчики подогнали. Автомобиль Kia Sorento 2008 года выпуска, двигатель D4 CB. Попал к нам на ТО вчера, сегодня уже опять приехал. Не потому что плохо делаем, а потому что во время замены масла было выявлено, что на автомобиле имеется люк на рулевой рейке. Поэтому есть два пути решения этой проблемы. Первое – это снять рейку и поменять на новую, либо снять рейку, и сейчас куча очень всяких компаний, которые перебирают рейки, мы не будем давать рекламу. В общем, человек взвесил все за и против и решил починить рейку. Поэтому, в принципе, ролик будет о чем? О том, как она установлена и как снять ее с автомобиля, какие операции нужно и необходимо выполнить. Поэтому сейчас наш автомеханик Юрий покажет, а вы посмотрите. Ремонт такой занимает в среднем где-то примерно день. День близится к концу, машина на сход развали. Примерная цена ремонта, ну, в Москве со снятием установки, с ремонтом рейки, ну, в принципе, колеблется, наверное, от 8 до 1000-16 выходит такой ремонт. Это сделать развал, снять, поставить рейку, жидкость ГУР, есть с электроусилителем. Вот, и, ну и, соответственно, сама переборка. К счастью, когда вы занимаетесь, допустим, вот есть много замороченных людей, они ищут там ремкомплекты на эту рейку, заказывают. В принципе, этого делать не надо, контор миллион, у всех у них токаря, есть станки, они вырезают, сальники, все это подбирают и, в принципе, делают, еще дают гарантию на это год. В общем, если остались какие-то вопросы, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, приезжайте, обслуживайтесь и узнавайте больше о ремонте корейского автопрома.